протокол об обследовании данного помещения на основании судебного решения. Выдвигаемся сначала в управление, а потом в Следственный комитет. В смысле? Мы можем вместе? Да, конечно. Все, вы готовы? Знакомьтесь. Да. Знаком. Отметка о том, что... Распоряжение есть. Скажите, к вам, не к вам, но как юрист у нас лучше. А что? Инвентарные книги, перечень недвижимого имущества, получение незаконных денежных вознаграждений. Но здесь, наверное, все уже в курсе некоторых моментов.